сегодня будет происходить. Кто-то меня давно просил, чтобы я сняла видео своего обычного дня. И вот, это случилось наконец-то, и я снимаю. Надеюсь, вам понравится, и приятного просмотра. Обычные носки, а потом теплые носки. И надеюсь, не замерзну. Я просто не знаю, как передать свою любовь к этому аромату, потому что я покупаю этот бутылек уже третий раз. И просто каждый раз, как новый, он раскрывается по-разному, пахнет каждый день по-разному. И это просто лучший аромат. Рекомендую. Не реклама. Если бы была реклама, я была бы очень рада. Ну и, конечно, как обычно, мы с мамой больше любим поспать, поэтому жертвуем завтраком и спим, а потом кушаем в машине. Итак, всем еще раз доброе утро. Сейчас у нас время где-то 8:10, 8:30 у меня начинается занятие. Если кому-то интересно, то я не пошла в 10 класс. Я сейчас учусь в КЭПТе, это Красногорский экономико-правовой техникум. Вот, я учусь на специальности программист. Да, я случайно туда попала, но не зря, не зря. Первый раз снимаю такое видео, но надеюсь, зайдет. Какой номер? Чё? 407. Спасибо. До свидания. Итак, я уже закончила учебу, и сейчас подъедет мама и привезет мне обед и отвезет меня до станции. Ну, вообще, я до станции хожу сама, когда мама работает, но когда нет, она мне привозит покушать, и поэтому это очень мило, и я люблю, когда меня мама возит. Вот. Спасибо большое. Поезд будет только через 10 минут, поэтому будем чилить внизу. Йоу. Еще раз здравствуйте. Мы, как обычно, встретились с Агатой и едем на тренинг. Но перед этим мы еще ждем автобус 5 лет. Да, обязательно. Итак, мы уже готовы к тренинг. И идем на тренинг. Идем на тренинг, короче. Вы поняли, да? Поняли? Это беременная Яса. Да. Это я тебе влог такой. Спасибо. Еще маленькие тупые, которые ничего не понимают. Да. Что за хрень? Итак, всем привет. Я Анастасия Волочкова.
Всем привет! Короче, я уже пришла мяч, и сейчас проходим булавы. Так, всем привет, у нас закончилась тренировка. Мы с девочками решили убраться, и поэтому, да. Встретимся когда-нибудь. Когда выживем. Мы наконец-то закончили. У нас уже 8 часов. Вот, и мы едем домой. Йоу. Я снова хочу. Итак, мы идем домой. Наконец-то, наконец-то. Ой, через 2 минуты должен приехать автобус. Да. Все. О, боги, друзья, я наконец-то дома. Это шок. И я начинаю делать уроки. Итак, я посмотрела, что у меня завтра 4 пары. Из них мне нужно сделать математика и русский. Вот, поэтому встретимся, короче, когда я уже все сделаю, потому что это займет очень много времени. Я пошла кушать и потом вернусь делать русский. Да-да-да-да-да. Я наконец-то закончила делать уроки и уже собрала сумку. Вот. Сейчас я пойду пить чай.